Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Xiaomi Mi Band 7. И сейчас я покажу вам, как отключить данные часы от iPhone. Для этого мы открываем приложение Mi Fitness. Далее выбираем устройство, проходим вниз и нажимаем «Отключить». Нажимаем «Отключить». Теперь нам нужно перейти. Часы уже отключаются в настройки. Выбрать Bluetooth, нажать на значок с буковкой «И» и нажать «Забыть это устройство». И таким образом мы полностью отключились от данных часов. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.